Их желанию жить позавидует любой молодой. Ульяновские бабушки и дедушки уверены, после пенсии жизнь только начинается. И доказывают это, активно проявляя себя во множестве культурных и спортивных мероприятий. Специально для них в Доме культуры Кендяковка открылся Центр активного долголетия. Место, где люди почтенного возраста могут провести свой досуг. Это 9-й клуб, который мы открываем на территории города, но это Центр активного долголетия. Но это не значит, что их всего 9 и 10. У нас более 100 клубов, которые являются центрами для занятий по интересам людей серебряного возраста. Это помогает им вести активный образ жизни. Каждое утро в новом центре будет начинаться с зарядки. Далее – любимая многими скандинавская ходьба для укрепления связок и суставов. Еще одно популярное направление – компьютерные курсы – будут также доступны. В целом же кружки по интересам формировались в зависимости от потребностей жителей железнодорожного района. Нам очень хочется, чтобы наши пенсионеры были общественно активны в нашей жизни после выхода на пенсию. И за своим задором заражали молодое поколение нашего железнодорожного района. Еще один центр активного долголетия откроется в ближайшее время в Новом городе по адресу проспект Созидателей, дом 62. Всего на территории города в настоящее время работает более 200 клубов ветеранов по интересам, которые объединяют более 10 тысяч горожан.